снято около 5 миллионов метров пленки. На фронте выступило свыше 40 тысяч артистов. Они дали свыше 400 тысяч концертов. За участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками более половины членов союзов писателей СССР были награждены орденами. Многие были удостоены звания Героя Советского Союза. Это стойкость и смелость защитников Брестской крепости. Беспредельное терпение и достоинство блокадного Ленинграда. Самоотверженность и несгибаемость под Москвой. Отчаянная храбрость на суше, на море и в небе. Энтузиазм и самозабвенный труд в тылу. Мы помним. Мы будем помнить. Мы не забудем. И это не сентиментальность. Пролить слезы там, где уже пролита кровь. Можно уронить слезу, раз не уронили оружие. Такими были они. Они вручили нам свою веру в будущее, свои надежды и стремления. Они любили нас, еще не зная, какими мы будем. Мы помним их такими, какими они были. Как отзвуки победного оркестра. Мы будем хранить и продолжать художественную летопись наших великих побед. От нас далек, как костре потушен каял горок. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, городом продан. Этот праздник, синевой на леса. День мы приближали, как могли. Это день победы, городом прав. Это праздник, семенной на леса. Это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы. Oh,
приглашаю вас на улицу главного входа университета, чтобы все вместе поставить финальную точку нашего праздничного события. Все вместе, ветераны, студенты, преподаватели и сотрудники университета запустят мирный зал из воздушных шаров в честь 72-й годовщины Великой Победы. С главным праздником нашей страны всех вас! С Днем Победы!